играть в Roblox. Сегодня будем проходить головы. И вот сегодня попробуем пройти все уровни. Не знаю, может что-то изменилось. Давно я не играл в Roblox вообще. Я его случайно удалил и нормально не мог войти в аккаунт. Вот. Тут вроде нет никаких изменений. Все такие же ложки меня пытаются догнать. Ну, на первом уровне они как бы лохопопом всегда были. Хотя, преимущественно, я был лохопопом. Проходим от первого лица, чтобы посложнее было. А то я и так уже научился. Тут вот, если только вот за Роблоксы появилось ускоритель, ускорьте 50 секунд, и нет урона 50 секунд за 30, Робакс. А вот Мурф, можно вот эту всю фигню купить. Подожди, ну допустим, давай. Тебе что, подожди. Ты что, народ? Подожди, а как с другой стороны посмотреть на себя никак? Здесь еще какая-то такая же, блин. Бананчик. Башка. Ну, я все купила так для ролика. А, блин, а я не могу что ли на себя посмотреть от третьего лица? Точнее, окей. Ну, допустим, не знаю. Подожди, а что банан-то делает? Что с ним вообще делать? О! А, я думаю, он что-то делает. Он, походу, бесконечный, нет? Да, он бесконечный. Странно как-то. Ой, я сдох и все потратилось. Что, угораете, что ли? Не, ну это фигня полная. Один бананчик остался. Чё-то вообще это чертовщина. Короче, не советую вам эту фигню покупать. Вы сдохнете и все пропадете. Так. Спирон, поп. Так, пусти меня! Фух, выживание. Так, привет, иди сюда. Да что за фигня? Чем такой быстрый? Пуля, блин, какая-то. Типа это мем какой-то с бананом, что ли? Да пусти ты. Смотри, совсем оборзел. Да что за скам какой-то? Ну, бананчик верный, конечно, друг. Никуда не исчезает. Привет. Да что за фигня? Смотри, он у меня с расстояния метра зарушил. Какая-то вообще жесть. Они вообще лютые стали. Пусти. Пока. Подожди, ну что с этим бананом делать? Клам скам? Ай! Ну что, одноразовый, что ли? Да не, нифига. Не, ну это странная эта фигня. Уходи. Чекуем. Че, убираешь? А как мне туда ходить? А через эту дверь вообще можно пройти? Угу. Теоретически это невозможно. Ну иди сюда. Пламскан. Ладно, в принципе, да, это возможно. Пламскан. Ну иди сюда. О, хорош. А, что ты делаешь? Йо, как страшно. Убери этот банан, он не отвлекает. Хорош. Эть, лошар. Так. Мне же сюда? Да вроде бы. Так. А, здесь все конец? Пши. Так, я уже хочу. Какой-нибудь уровень поинтереснее. Может, и правда что-нибудь обновить? Вот последнее обновление было, это добавление новых персонажей. У них были такие же характеристики. Мы их в этом ролике увидим, так что объяснять не буду! Нет! Ну что, офигевший, что с ним делать? Вон камер какой-то! Чисто скам какой-то. Что мне с ним делать? Димас. Банана, кстати, нет. Жалко. Что делать? Йо, они все за мной гонятся. А, я еще живой. Я вот в последнем ролике еще узнал, чем за мной бежит. Что вот здесь вот есть такой обход, не знаю. Он, конечно, длиннее, но типа, не знаю, типа, что ли, безопаснее. Ну, не знаю, зачем он существует. Тут просто есть такой проход, знаете. Вот. Что-то никого, что ли? О, что за скримеры? Все офигевшие. Ой. Давай, рискнем. Пригласим. А тут будет кто-нибудь? Да вроде нет никого. Ну тут камера просто какой-то стоит. Я же заспаунтился вроде. Давайте, если наберем под этим роликом 15 лайков, я пройду это без спаунпоинтов. Игру. Ё-моё, беги, текай просто. Беги, братуха. Офигеть, как я выжил вообще? Монет забирай. Офигевший. Даже монета уже не берет. Ну, ты паха меня уже. Четвертый уровень. Бу. Я один раз пытался этот ролик заснять недавно. Где я? Во. И вот у меня почему-то при загрузке то ли четвертого, то ли третьего уровня, у меня просто все вылетело. Тут, по-моему, ничего новенького.
четырехголовый и вот какой-то огромная башка. Это типа намек на босса, видимо. Да блин, прыгай! Ты страшный. Что за проклятие? Бью. Опа. Паркур, паркур. Это новое движение. Подожди. Опа. Что, пофиксили, что ли? Да не, нифига. Или пофиксили? Не пофиксили. Нормуль. Так. Жалко, что бананчика больше нет. Это вообще какая-то фигня, если честно. Просто срал денежки. Я, по-моему, что-то тут пофиксили, смотри. Что мне делать? Это скам какой-то просто. Скам. Ой, ой, как много голов. Чуй. Ты, что за фигня? Куда бежать? Офигеть. Месиво какое-то. Ну, подгружай. Ой, кто это? О, прикольно выглядит, кстати. Серый. А, он испарился? А, он прыгнул. Даже. А, ну тогда что тут башка. Все, давай. Оп-оп-оп, спидрон. Скам! Блин, рано прыгнул. Капец. Че, погнали. Оп. Главное вот это место пройти, еще как по маслу пойти. А, ну тут, в принципе, во, как они хорошо встали, это вообще идеально. Уть, прыгай боком. Где я? А, нет, все нормально. Я думаю, что-то у меня. Тебя-то я знаю, ты скамить любишь. Ты посмотри, сразу было. Блин, ну что за подстава-то? Настигли меня вообще, это тупо. Блин, отсюда нельзя? А, чуть-чуть не достаю, прикинь. Иди сюда, сканер. Опа. Иди сюда. Оп. Хорош, попрыгунчик. Че? Да иди ты сюда, че ты придурочный? Оп, попытыч. Текаем. Че за попыт, реально? Путь. Попыт какой-то. Оп. Интересно, чуваки-то прошаренные играют или так, новички? Эта монета, по-моему, вообще денег не дает. Ну-ка. Ой, нифига, она жестче, что ли, стала? Нет, по-моему, не дает нифига. Все, давайте, я погнал. Вот там, видно, чуваки ошиблись. Так. Блин, сюда! Где я вообще? А, ну ладно. Я думаю, уже примера заспаунить. Вообще, это капец. Теорию можно просто... Блин! Ну зачем вообще этот скам почти допрыгнул? Не, ну там теорию можно просто на другую перепрыгнуть. Полоску. Но это сложнее, чем просто по той пробежать. Ну, так. Да-да, сложнее. Ну давай уже, возрождайся. Что-то она, по-моему, еще уже стала. С каждой обновой все уже и уже. Что за фигня? Давайте попробуем так пробежать, не знаю. Так, а тут, по-моему, по вот этой. Хорош. О, тут даже монет. А, тут выход уже. Я уже думала, расщедрились. Ты поехали меня, шестой уровень. Надеюсь, новых уровней не добавили. Давайте попробуем без фонарика. Ну это, в принципе, перейдем на второй уровень. Ну, без фонарика прикольно. Пусти. Ну как бы да. Как будто второй уровень, только без освещения. Оп. Это вообще скам какой-то. Оп. Тут никого. Тут тоже никого. Где сканеры это все? Сканеры, блин. А, куда? Где я? Ой, кто я? Вспомнил. Все, геометрия. Пока. Ну это вообще изи уровень, конечно. Без фонарика тоже на изи проходим. Так, ну что, ты меня попыхать будешь? Попыхать будешь ты меня. Ну, наконец-то. Сейчас будет у нас Марио. Чего себе, за 15 минут уже 6 уровней прошел. Ну, даже 15 минут не прошло. Да что за фигня лезет? А, да вы что, издеваетесь, что ли? Можно как-нибудь в другом месте раз... Дай прыгнуть. Просто некуда было нажимать. Надеюсь, я ее не добавила в друзья. Что это за скам просто? Эта фигня вылетает и мешает прыгать. Ой-ой! Что тут, блин, дыренькает? Иди отсюда. Идиот. Оп, скам. Хотя кто кого скамит, еще непонятно. Да что за фигня, куда ты летишь, придурочный? Чего? Мяу. Красиво, конечно, было. Иди отсюда. Оп. Че за Марио? Ой, ты кто? О, хороший план-пойнт. Но они вообще рядом так-то. Ну, запрыгивай. Все. Опа, спидранчик. Оп. Вон тут как-то он выше, что ли, прыгает. А, ну я, по-моему, вообще недалеко. Джойстик. Слышь? О, задом наперед, Майкл Джексон.
Ой! Что-то кнопка немножко заедает. Пока! Здесь от первого лица не получится косплей. Только сейчас понял. Да, давайте так пройдем, чё. Чё нам париться, ё-моё? А, нормально, все и так пройдем. О, минутка уже. Ой. Чик, чик. Опа. Да куда ж ты летишь? О, нифига, я выжил. Выживание. Уч, подпух. Ну, здесь, по-моему, финалочка как раз. Уи! Нормально так. Еду! Чего? Чё, снизу теперь, что ли, надо? Ой! Это чё за скам? Ну, меня догоняют, нет? Не, походу, да, нужно снизу. Раньше такой проход был, но через него никто не ходил. Скам какой-то, я... Они всё-таки похитили это, блин. Там на изи все проходилось. Блин, это вообще скример офигел. Во, я научился нормально ходить. Так, ну что, ветерок где? Ладно, я погнал. Что, ветерок сегодня будет? О, здесь ветерок есть. Я, блин, нет! Вообще как-то тупо подул. Блин, все заново. Давай, проходи. Ой! Рука жопа. Заканчивай. Спасибо. Заканчивай. Блин, вот здесь вот сложно опираться. Отлично, хорош. Ё-моё. Игран. Ё-моё. Паркур. Паркур, паркур. Тихо, тихо, тихо. Живём. Ё-моё, это капец вообще. Оп, водичку. Уйди. Прикольный, блин, звук. Корок, блин, какой-то. Во, новый персонаж. Ну, недавно, скажем так. Ой-ой-ой, привет. Во, смотрите, как он красивый. Один из новых. Вот это тоже намек на босса. Вроде бы. Ну, здесь вообще здесь не выходит будет. Ха-ха. Привет. Ой-ой-ой. Это инкрементальные шары, они улыбаются как будто. Это вообще какой-то мем, что ли? Откуда эти головы взяли? Напишите в комментах, если знаете. Я думаю, что мем, конечно, какой-то, наверное. Ну тут можно тупо бежать. По-моему. Ха-ха. Ха-ха. Как смешно. Ой. Ты что за фигня? Он вообще меня как-то непонятно поймал. Да что за фигня? Это вообще нереально, по-моему. Тут нужно тупо бежать. Нифига себе. Хорошо. Третьи попытки, по-моему. О, сзади они прикольно выглядят. Уровень 9, потом уровень 10 и босс. Ну, если не добавили новый уровень, конечно. Да! Это вообще тупо. Подожди. Ну, наконец-то ты зажарился уже, а? Давай умирай побыстрее. О, так, давайте посмотрим. Топ 9, топ 10. Не, вроде бы не добавили ничего нового. Шипун. Вау, тут что-то новое. Что это? Че? Я вообще нифига не успел понять, а я уже сдох. Но я вижу, как бы, недавних персонажей. Ой, какая-то странная фигня, давайте попробуем от третьего лица. Что она делает? Да ничего она не делает, просто камень. Я думала, он тонуть будет потихоньку, как только ты на него встаешь. А нифига. Оп. Нет! Вот, как бы, недавний персонаж. Ой, пока. Где твое лицо вообще? Ой. Пока. Ой. Привет. Ой! Блин, задел, видимо. Ну давай же. Воскрешай меня. Да я сказал! Ой, я прыгнул. Хорош, братан. Просто. Пока что больше ничего нового не видно. Ну, по-моему, больше ничего нового и нет. Заскамили. Сейчас он мне на голову упадет. Ну что за фигня? Почему они остановились? Какого фига? Нет, какого фига меня так долго возрождают? Так, нужно поспидранить. Опа. Да вы чё? Ку-ку. Так, ну как ничего не видно. Ой, там дофига, а какая-то армия голов. По-моему, что-то новенькое. Пока. Пока. Пока, блин. Кайф просто. Просто здравствуй. Йот, иди сюда. Блин, комары мешают. Брать. В жизнь! Это баги у меня или как это задумано, что они застревают?
Здесь как-то все плотненько стало, и вообще нельзя проходиться. Там вообще кто-то был? А, нет, ничего. Вот это место я хорошо еще помню. Здесь нельзя тупить. Как и во многих других местах. Подожди, золотая середина. Ага, понятно, пошли. Оп. О, здесь панкон добавил. Неплохо. Ой, ладно, подожду. Что-то новенькое. А что делать? А! Нет! Нет! Тупанул. Да, неплохо они придумали, конечно. А, ну поэтому с панкон ты пос... Чего? Тайлера. Что это было? Почему я помер? Нифига себе я делаю. О, что там за армия? Даже и ты можешь нормально, персонаж до армии этой, просто капец. Почему не добавили скин? Синий там башкой, не знаю. Желтый. Ну, желтого мы еще не видели, но потом увидим. Да что за скам? А, это не я. Что так сложно? Слышь, не вижу ничего. Нет! Я не хочу умирать. Офигеть, это сложнее стало. Но тут стенки были. Но когда ты, блин, видишь этих чудаков... Друзья, мне помогут. Давай. Уи! Нет! Тормози! Иди. И последний уровень. Не считая босса. Ну, босса вообще пройти нереально. Там они бесконечные. Так, здесь вроде ничего новенького. И желтая. Желтая. А, вон она, желтая башка. Я уже думал, куда она делась. Вот она. Лицо покажи свое. Во-во-во. Видали? Легоский какой-то. Чертила. Ну, как бы на этом все. Скелетик! Синяя башка и желтая башка. Ну, еще вот такая башка. О, блин. Тупандавчер. Ой, ай, ай. Блин, смешной такой. Чертила. Что за фигня? Он меня снайпнул. Вообще они с расстояния убивают. Фигня какая-то. Иди отсюда. Скам. Чисто скам. Бежим, бежим. И что за фигня? Я ж нажал прыжок. Алло. Скам какой-то. Где я? Кто я? Вспомнил. Геометрия. Так, тихо. Спасибо, пацан. Он его хапнул. Что за фигня? Я думал, его вообще нету. Ой. Что им меня сканет на одном и том же месте? Ну что он вообще не делает? Он вообще на расстоянии убивает. Что за фигня? Так, нужно спидранить. Спидро, не расключи. Да почему ты не прыгаешь? Нужно включить режим спидрана. Прыгай! Прыгай, идиотина! Ты можешь нормально прыгать. Прыжок! Хорош! Прыжок! Они тупо стоят. Спанкон, почему? Почему я раньше сюда не успел? Да что за фигня, как он меня убивает? Спидран! Да что за фигня, как я умер? Иди отсюда. У меня вообще с расстояния было, как это возможно. Да иди отсюда, чертик, блин. Приперся прям сюда, на спанку, это обалдевший. Иди сюда, иди сюда. Иди, ну он хорошенький. На, иди, стекает. Ее, спаунпоинт. А! Почему я жру, когда я прохожу какую-то фигню? Блин, выбираю такие моменты. Комары. Спидранчик, спидранчик. Ты почему ты не прыгаешь? Почему? Почему я спавнюсь вообще лицом туда? А теперь вообще звуки пропали. Ну, не считая шагов. Хорош просто, найс, блин. Почему меня жрут комары? Почему? 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 Так много вопросов. Пока. Макдональдс. Нет. 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 Ура. И год не прошло. Ё-моё. Да что за фигня? Вы видели, как он далеко меня задел? Летит. Да что за фигня? Ой, тут что-то новенькое. Что это? Ой, ой. Ничего я не понял, но хорошо. Ой, тут тоже все обновили. Комары, комары, комары! Нифига, ну они сложнее, да. Согласен, согласен, согласен. Чего? Спаркур! Блин, я не застрелился, типа, да? Или... Нет, не запрыгнул. Вот, вот, ой! Просто скам какой-то. Комаров скам самый большой, а не от карт. Давай, пройди уже это. Нет, нет, нет. Подожди, дайте прыгнуть. Нет, ну как? Почему не живу? Почему? Комары, какой-нибудь. Ну что мне здесь? Как в это играть? Меня туда ждут комары. Так, все, быстрее, 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 пока они не прилетели.
хорошо. Да опять эти сканеры тут стоят. Раньше их не было. Там! Сканеры, блин. Скамейки. Уйди. Ну, пожалуйста. Уйди. И зайди. Нифига себе, там дожди из игроков. А, ну можно же на них наступать. Здесь тоже что-то новенькое. Ой, ой. Нифига себе, это что? Что они сделали с этой игрой? О! Что это такое? Как это проходить? Ай! Если бы она еще вертелась, это было бы вообще нереально. Ну, в смысле, вертелась. Прыгай! Ну почему ты не прыгаешь? Почему ты такой тупой? Ай! Нет! Да что за фигня? Как он меня задел вообще? Какой-то, блин, этот... Шаман! Он телепатически меня просто с расстояния 30 километров. Что? Что, как, почему, зачем? Что, как, почему, зачем? Главные вопросы жизни. Как это пройти? Никто не подскажет. Если бы до босса нельзя было добраться с первого уровня бесплатно, я думаю, никто бы до туда почти не дошел. Да это вообще нереально, ну смотрите. Че, как? Ну как это пройти? Че, угораете, что ли? Ай! Ну, если бы мне не жрали бы хотя бы каждую секунду, да фиг еще комаров. Я бы еще, может, понял. Это работает. Да ну как? Ну как ты так сдох тупо? Упырь, блин. Я живой! Нет! Я живой! Ура! Я дошел до этого спаунпоинта! Без спаунпоинта пройти, да? Да? Пройти без спаунпоинта! Ага! Идите вы нафиг, почему играете? Я не думаю, что это было так сложно! Ай! Ну поверни ты налево или направо! А что я тебе скажу? Ты лох! Да-да! Кто тут лох еще? Ну все, ты меня разлил, знаешь? Ты лох. Ой, я прошел. Что, как, зачем? Что это вообще такое? О, хорош, хорош. Паркур, паркур, паркур. Как же меня уже бесит это все. Я хочу это пройти. Ненавидите головы, блин, непонятные. А ты прыгай. Прыгай, 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 прыгай. Не убивай меня, пожалуйста, нет, нет. Спаунпоинт, ура. Я поднимаюсь в рай по облачкам. Я думаю, тут в раю как-то по-другому все выглядит. Да это уже сам босс, какой, блин, босс еще. Тикаем, ё-моё. Это просто спидран 3000. А, нуб. Нуб дошел до этого. Ой, капец, блин. Что тут за наркомания творится, просто интересно. Чего? Качок какой-то. Мне кажется, старый был. А, не, никуда ему башку сами сделали. У него была другая башка. Ну окей. Ладно, на этом мы будем заканчивать этот скан. Всем пока, смотри, я